Сегодня 13 августа. Мы в тот раз, кстати, так и не съездили в Ялту, поэтому мы поедем сегодня. Мы будем кататься на канатной дороге, я Кстати, погода очень шикарная. Вообще огонь. Тут очень красивый город. Давай нам поговорить, так хотим. Нет. Я хотела, надо было с ним поговорить, когда я хотела. Ты мой сладкий. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Фу, какой сладкий. Give you a chance. I always say it. You really do it well. Your heart was just like breaking. Your heart was just like breaking. I always say it. You really do it well. Your heart was just like breaking. Ходили по ботаническому саду. Сейчас мы поедем на канатную дорогу или на пляж. Тут очень жарко. Мы приехали на канатную дорогу. На IP3, на гору. Будем сейчас кататься. Но там сказали, очень большая. Show you what it feels like. Now I'm on the
Мы ходим с мамой по рынку. Сейчас уже подходит наша очередь, мы пошли. Соцопрос. Я так с Танюхой проводила в Питере. Вам понравилось? Все закрылось, да, Наталья? Ладно, не суть. Кстати, забыла сказать, что мы ехали с двумя пересадками. Пересаживались сверху, я же до середины, пересаживаюсь все на другой. Всю по билетикам. Я пробежала как по детскому билету, хотя я уже должна ходить по взрослому. Вообще много. Мы хотели еще заехать на пляж, но так как времени много, мы никуда не поехали. Кстати, на том пляже после ботанического сада, где мы были, там очень голубое море, и там очень-очень много медуз. Они все такие беленькие, чуть-чуть прозрачные такие, такие скользкие. Я потрогала, они там, их очень много, они сами все приплывают. Но не жалят ничего, вообще круто.
Потом после ботанического сада мы поехали на пляж. После пляжа мы поехали на гору Айпи-3. И вот только что с нее приехали.